1 июля 2010 года на лентах мировых информационных агентств появляется сообщение. Российский математик Григорий Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре, окончательно отказался от премии тысячелетия. Поступок вызывает недоумение. Ведь награду он заслужил честно, блестяще одолел задачу, которую 100 лет не могли решить величайшие умы математики. К тому же к премии прилагался $1 миллион. И в истории математики никто еще не отказывался от таких денег. Никаким другим способом Перельман не смог бы привлечь большего внимания к себе, математике и гипотезе Пуанкаре, как именно своим поведением. Образ странного математика из Петербурга растиражирован в прессе. И взгляд на этого человека не оставляет сомнений. Он беден. Так почему золотой дождь из денег ему не нужен? Где логика? Вопрос, что же важнее славы и денег, так и остается без ответа. Попытки найти его у самого Перельмана тщетны. Я сказал уже. Я понимаю, что вам непонятно. Всего хорошего. История очень необычная, потому что Перельман – такой необычный человек. Это придает всему сюжету романтический элемент. Ее будут рассказывать и пересказывать в течение многих лет. Разгадав одну из математических загадок тысячелетия, Перельман сам становится загадкой. Он много лет молчит, и молчание его значительно. Может, от того, что за всем ажиотажем вокруг его миллиона, неясным остается главное – кто этот человек и что именно случилось с ним в математике и в жизни? Мир состоит из потребителей. Это нормально. Для миллионов людей знакомство с математикой закончилось в школе, а цифры придуманы, чтобы не ошибиться в сдаче. Что мы получим на сдачу от великих математических открытий, нам думать некогда. Это знаете, как у нас говорили, вот теория чисел, ну что это вообще? Вдруг оказалось, что все, на чем мы сейчас живем, мобильники, компьютеры и так далее, там всюду засажены эти теоретико-числовые коды, это все базируется на каких-то результатах старых, часто 19 века, а иногда и более современных. Вы знаете, например, что когда вы ставите карточку в банкомат, вы используете довольно серьезные математические теоремы. Что данные шифруются, значит, и вот для этого используются очень серьезные вещи, которые были изобретены вовсе не для этого, а просто так. Но вдруг безмятежный лагерь потребителей поражает смятение. История с Перельманом порождает бум интереса к математике. Впервые становится любопытно. А что даст всем нам решенная Перельманом задача? И за что гипотезу Пуанкаре оценили в такие деньги? Президент Французской академии наук Анри Пуанкаре был благороден, корректен в спорах, равнодушен к славе. Отличный математик, он утверждал, что геометрии нового века нужны интуиция и вдохновение. И строго чтил этическое поведение в науке. Свою гипотезу Пуанкаре записал в 1904 году. 100 лет она была головоломкой, оставленной коллегам в наследство. Объяснить обычному человеку суть геометрической загадки Пуанкаре довольно сложно. Из-за истории с Перельманом за последние 10 лет сделать это пытались не раз. В ход шли наглядные примеры – чашки, бублики, мыльные пузыри и апельсины. Во время этого шума! Значит, столько было вздора по этому поводу, что просто ни в сказке сказать, ни пером. Это были попытки объяснить гипотезу Пуанкаре, но ахинею. Просто ни слова правды. Его гипотеза, на мой взгляд, она такого характера, что он изучал вот наше имеется пространство, в котором мы живем. Мы пытаемся выделить его существенные свойства. И он начинает описывать их свойства. Это очень непросто. Математику нельзя так просто взять и объяснить. Потому что она построена так же, как нельзя объяснить чужой язык. Вы не можете в двух словах объяснить, что такое китайский язык, человек, который не знает. Надо годами его учить. Так что мы можем долго развлекаться, мысленно превращая чашки в бублики и стягивая земной шар в точку. Но гипотезы Пуанкаре и тайны пространства не станут нам ближе. У математиков другой космос. Они знают, кто одолеет гипотезу Пуанкаре
приблизиться к главной загадке математики и физики. Какой формы может быть Вселенная? У меня нет другого способа описания мира, кроме математики. Либо это как общие слова, либо это математика. Без Гриши этого могло еще 100 лет так остаться. Но пока пикантность ситуации в том, что даже не все математики могут до конца понять силу его мысли. В России была потрясающая математическая школа, которая создала Перельмана. Если бы не было этой школы, не было бы Перельмана. Это было поколение математиков, с которыми он взаимодействовал, у которых он учился. Гриша Перельман родился в 1966 году в стране с великой математической школой. В стране Лобачевского, Ковалевской, Колмогорова, Чебышева. Его родители, люди не чуждые точным наукам, к большим высотам не стремились. Но детям Гриши и маленькой Лене привить любовь к математике считали делом чести. Впервые, так сказать, я услышал о Грише от известного в свое время профессора Макмеха университета Натансона. Натансон сказал, что у его бывшей студентки Любы растет ребенок, который, по словам мамы, кажется, увлекается математикой. И вот посмотрел бы ты, Сережа, на него. Мама была уверена, что математика идеально подходит для ее сына. И дело не только в Гришиных пятерках. У ребенка был необычный характер. Он был упрям и безукоризненно честен. Едем в метро в сторону Купчино. Гриша немилосердно потеет. На нем завязанная на тесемочке меховая шапка с опущенными ушами. Гриша, жарко, ты ж потеешь, развяжи шапку. Нет, я обещал маме не развязывать, значит не буду. Гриша был, безусловно, искренне и безукоризненно честен. Математика устраивала его всем. Одиночеством, сложностью, честностью правил. Вот есть задача. А дальше? Решил, не решил. Ничья невозможна. Победитель забирает приз. Это аксиома. Но эта аксиома рассыпется, когда однажды жизнь в одно уравнение поставит великую задачу, амбиции, ложь и миллион долларов. И будет эта история совсем не про математику. А началась она в тот день, когда он сел в самолет, летящий за океан. В сентябре 1992 года Григорий Перельман прилетает в Нью-Йорк. Его ждет стажировка в известном математическом институте Куранта Нью-Йоркского университета. Далее командировка в Калифорнию, в университет Беркли. За его плечами идеальный старт в науку. Элитная школа, диплом с отличием Ленинградского университета, аспирантура, штатная единица в лучшем научном математическом институте страны. Но в этой логически выстроенной жизни в начале 90-х происходит сбой. Большая страна рушится, в России настает время политических перемен и экономических передряг. До науки дела никому нет. Для нее начинается черная полоса растерянности и безденежья. В конце 80-х годов у нас был институт лучший в мире, наверное. У нас было 70, на 110 сотрудников, 70 докторов наук по всем специальностям математики. Любой вопрос по математике, статью там, что-нибудь, всегда можно найти человека, который объяснит. Так вот, из этих 70 примерно 40 уехало. Представляете себе, какая потеря? Голод идей для молодого математика страшен. И тогда на помощь приходит Михаил Громов. Надо на время вызвать Гришу на Запад. Работы Перельмана здесь известны, талант тоже. Просто все восхищались, что вот он решал задачи, которые никто не мог решить. Он, пока он работал, решил 3-4 задачи, над которыми люди думали по 20-30 лет. Григорию 26 лет. И он еще не знает, что это бегство от проблем навсегда изменит его жизнь. А пока жизнь снова входит в логическую колею. Скромное жилье, аскетизм во всем, шум Манхэттена его занимает мало. Мне не удалось выяснить, а, собственно, был ли он в художественных музеях. Это вроде как не очень дорого в Америке. Там, или были у него какие-нибудь американские впечатления. Он поехал туда заниматься наукой и занимался. Он выглядел вдумчивым, рациональным человеком и никогда не зависел от мнения окружающих. С людьми Перельман сходится трудно. И молодой преподаватель из Китая Ганг Тян – исключение. Раз в неделю они берут в аренду машину и едут в Принстон или университет Стоуни-Брук слушать лекции лучших профессоров. Одна из таких поездок в Принстон дает неожиданный результат. Он знакомится с известным геометром Ричардом Гамильтоном. Возможно, именно в этот момент история связала их имена в единый
математический ряд. Хотя все было буднично. Так, короткий разговор после лекции о потоках речи и феномене непрерывности пространства. Гамильтон повел себя как искренний, заинтересованный в истине математик. Он общался с Гришей и рассказал ему все, что знал на эту тему. Рассказал и главное. Он на пути к разгадке гипотезы Пуанкаре. Серьезный математик Перельман о гипотезе Пуанкаре, конечно, знал. Но был ли к ней интерес? Возможно, именно эта встреча с Гамильтоном становится для него решающей. А между тем проходит еще 3 года. Стажировка в Америке у молодого математика складывается удачно. Несколько престижных университетов предлагают остаться. Шансы для карьеры блестящие. Похоже, он допускает такую возможность и подходит практично. Учит язык, получает водительские права. Но в один из дней Перельман встречает новую научную статью профессора Гамильтона и понимает, что в решении знаменитой задачи тот зашел в тупик. Он пишет ему письмо. «Кажется, я понял, как идти дальше». Ответа нет. Это сигнал к тому, что в игру можно вступать. Он обрывает все договоренности и берет билет домой. У него была совершенно четкая мысль, сейчас понятно. Он хотел 7 лет покоя. И здесь бы он такого покоя не получил, чтобы сидеть, не ходить на работу и заниматься. Так и кроме того, у него были некие сбережения американские, он мог на них жить. И он хотел на много лет задуматься. Все вполне резонно. И он поехал в Россию, где ему никто не мешал. Он возвращается в Петербург и окунается в ворох семейных проблем. Отец оставил семью и теперь живет в Израиле. Сестра учится на родном матмехе в университете, но скоро тоже уедет в Израиль, в аспирантуру, а далее жить и работать в Стокгольм. Они остаются с мамой вдвоем. Каждый в своей квартире, в домах по соседству. Но это одиночество сейчас для него спасение. Теперь смысл его жизни – задача. Самое трудное из тех, что ему до сих пор приходилось решать. Идея одолеть то, что не под силу другим, не дает покоя. К тому же он лучше других знает свою силу. Они все слабее намного чем. Гриша очень сильный человек, математик. Он сильнее всех на голову. Он суперсильный. Математика не любит вундеркиндов. Умение решать задачи растет с годами. Грише было 12 лет, когда он пришел сюда, в знаменитый математический кружок Ленинградского дворца пионеров. Здесь соперничество мальчишек стало для него первым серьезным испытанием. В 5, 6, 7 и 8 классе целых 4 года номером 1 в городе был совершенно другой человек, будущий одноклассник и однокружковец Гриши Алик Левин. Вот Левин был на голову сильнее всех остальных. Потому что то, на что Грише требовалось, скажем, условно, час работы, Алик делал за 15 минут. Вскрыть амбиции подростка, растормошить его честолюбие, может только мощный стимул. И таким стимулом становится провал. Вот у Гриши стимулом явились его 2 или, может быть, 3 житейских неудачи, которые произошли с ним в 8 классе. Во-первых, Гриша провалился на городской олимпиаде. Он получил всего лишь 2-ю премию. Я уговорил пустить его на отбор команды на Всесоюзную олимпиаду. И Гриша попал на Всесоюзную олимпиаду. И там тоже провалился и получил снова 2-ю премию. Это его крайне раззадорило. И через полгода он был уже не только в городе, но и в стране номером 1. Так в 15 лет он разучился проигрывать. Впереди годы безусловных побед над самим собой. Поступление сюда, в лучшую физмат-школу Ленинграда. Победа. Слава сильного решателя задач. Победа. 42 балла из 42 возможных. Редчайший случай на Олимпиаде в Будапеште. Победа. И где в математике для него предел сложности, педагоги не знали. Вот именно эти качества ему понадобились для того, чтобы потом 8-9 лет заниматься гипотезой Пуанкаре. Долгое время концентрироваться на проблеме, которая не получается. В конце мая 2000 года Американский математический институт Клея объявляет о создании списка задач тысячелетия. В нем 7 задач, решение которых не найдено много лет. Ученым они и раньше были знакомы. Но теперь за решение каждой американский богач и филантроп Лэндон Клей
это его имя носит институт, обещал $1 000 000. Идея была благородной – поощрить умнейших математиков планеты. Я не очень одобряю эту инициативу института Клея. Эта манера немножко похожа на манеру шоу-бизнеса. Объявить миллионные премии. Жизнь показала, что с этой премией все время какие-нибудь приключения. Гипотеза Пуанкаре в списке тоже есть. Но эту новость Перельман принимает спокойно. Уже 5 лет все в его жизни подчинено решению именно этой задачи. Выходы на работу – редкость. Прогулки по городу и концерты классики филармонии – отдушина. И то, что теперь за задачу обещана большая награда, для него ничего не меняет. Он чувствует, что близок к разгадке. Это гораздо интереснее и важнее любых наград. Впереди главное – решение. Я могу с другой привести пример, как приходят математические идеи, да? Когда вот у вас на какую-то тему, вдруг вы вспоминаете анекдот. Вот так, это не память, правда, что у вас в нужный момент, вам вы что-то вспоминаете. И вот так математика. Это невероятное эмоциональное напряжение. И когда что-то удается, когда вот в голове такая вот вспышка, да, это описывалось. Пуанкаре, кстати, писал это про там о науке, у него там есть глава, как он там одной ногой там это встал на ступеньку там трамвая, и вдруг его как-то там осенило. 11 ноября 2002 года Перельман набирает адрес сайта Лос-Аламосской научной лаборатории, крупнейшего бесплатного архива электронных публикаций научных статей. Его работа закончена. Формула энтропии для потоков Ритчи и ее геометрические приложения. 40 страниц английского текста. Он ставит имя Гриша Перельман и отправляет письмо. И эта новость взрывает математический мир. Мы не встречались с ним очень давно. Много лет, примерно с 95-го года. С тех пор, как он вернулся в Россию. И было большим сюрпризом получить от него письмо. Я уже хорошо знал Перельмана и сразу понял, что это не тот случай, от которого можно отмахнуться. То есть можно сказать, что я знал об этом уже на следующий день. Мне об этом сообщил Ричард Гамильтон. У нас была рождественская вечеринка в декабре 2002 года. Гамильтон сказал, что один исследователь поместил статью про потоки Ритчи, утверждая в конце, что он доказал гипотезу Пуанкаре. И ясно, что автор достаточно серьезен. В течение года Перельман отправляет на сайт еще 2 части своей работы. Его поступком коллеги озадачены. Во-первых, доказательство было необычно коротким, почти тезисным. Во-вторых, рассылка препринта в интернете не имела статуса официальной научной публикации. Автор будто заявлял: «Вот мое решение задачи, остальное мне неинтересно». Факт размещения статьи только в интернете мог говорить о том, что автор сошел с ума. Но вы сразу видите, что это серьезная математика, изложенная логически адекватными выводами. Это был не какой-то чудак. Часто бывают чудаки, заявляющие о решении проблемы Пуанкаре. Но в этом случае мы имели дело не с чудаком. По своему опыту общения с Гришей я знаю, что он часто себя недооценивает, не только в математике, но и в жизни. Он склонен существенно занижать эти оценки. Другой на его месте действовал бы иначе и широко возвестил о своих достижениях, опубликовал бы все в деталях. Но Гриша так не поступил. Первая реакция у всех одна. Надо срочно встретиться с Гришей и задать ему массу повисших сейчас вопросов. Я написал ему и пригласил в Штаты прочесть серию лекций для подробного объяснения своей работы. Он немедленно согласился. И в 2003 году Перельман снова почти на год летит за океан. Прочитать лекции приглашают лучшие университеты США. Услышать их собираются толпы. Съезжаются светила математики. Не пускают только журналистов.
Уже тогда Перельман запрещает себя снимать и записывать. Он был резок с теми, кто хотел записывать его лекции. Я помню, на одной из лекций в Стоуни-Брук один из студентов положил перед собой диктофон, когда Гриша собирался начать лекцию. Он произнес пару фраз, затем увидел диктофон и спросил: «Что это?» Студент объяснил, что это диктофон, чтобы записать лекцию. Но тот сказал: «Нет, нет, нет». Здесь была такая немножко приподнятая обстановка, собралось очень много людей, уже знали, что он как бы заявляет вот решение проблемы Панкаре, но он ничего такого на докладе и не сказал. Потому что он рассказывал то, что он считает наиболее важным, а наиболее важным он считал то, что он описывает потоки речи, а это такое мелкое приложение, он его даже не упомянул. Все так и было. Зал был раздавлен повисшей тишиной. Это была не гипотеза Пуанкаре, а нечто большее. Он говорил и открывал новые двери в геометрии. А гипотеза оставалась лишь частным случаем, который он решил буквально по дороге. Будто просто пожал Пуанкаре руку и пошел дальше. Это было невероятно. Когда Перельман решил эту задачу, может быть, только он понимал ее значение. Сейчас, через несколько лет, ее понимает уже несколько человек. Перельман не любит повышенного внимания, но сейчас среди коллег ему комфортно. Впрочем, единственное, что достойно разговора – математика. Все остальное не для него. Я помню, наше приятное общение проходило так. Он приходил утром ко мне в офис, мы беседовали несколько часов, потом гуляли. Он очень любит ходить пешком. В одну из суббот я пригласил его на ланч. Следующим днем было воскресенье, а он с матерью остановился в Бруклине. Он спросил меня: «А кто будет на ланче?» Я ответил, что буду я, моя жена, дочь и сын. Тогда он сказал: «Нет, нет, я не смогу прийти. Думаю, что если бы там были Гамильтон и Громов, то он бы сказал: хорошо, я подумаю об этом». Но именно с Гамильтоном до самого отъезда в Петербург Григорию так и не удалось поговорить. Гамильтон на лекциях был, но к Грише не подошел. Что было тому причиной? Ревность, обида, неверие? Кто знает? Ему снова предлагают остаться в Америке, но он снова возвращается в Петербург. Если для самого Перельмана гипотеза Пуанкаре перестала быть гипотезой, то для математиков работа только начиналась. Открытие требует серьезной проверки, доказательства доказательств. На это могут уйти годы. Видите, в чем дело? Эта проблема имеет очень длительную историю неверных доказательств. И были десятки неверных доказательств. Поэтому все были исключительно подозрительны. И в этом доказательстве очень легко было сделать ошибку. Мы ежедневно получаем письма от людей, которые уверяют, что решили одну из проблем или все проблемы плюс проблему Ферма. Все это, как правило, не выдерживает никакой критики. Перельман же был известен как превосходный математик, и люди сразу стали стремиться понять, что же он сделал. Знаете, если человек был 7 лет, вы не можете за 2 дня понять, если он был 7 лет. Правда? Часовой механизм был запущен. Теперь оставалось только ждать. Либо провала, либо славы. Над проверкой решений начинают работать лучшие математики. Основное бремя доказательств берут на себя две группы экспертов. В одной – математики Брюс Клейнер и Джон Лотт, в другой – доктор Морган, который сам немало лет посвятил решению этой задачи, и профессор Ганг Тян. По сути, именно они расшифровали, проверили и дали комментарии ко всем тезисам перельмановской работы. Это был титанический труд. Ведь не каждый ученый обладал достаточной суммой знаний в разных областях математики, чтобы понять его доказательства. Путь, которым он этого достиг, не был им придуман. В 1975 году этим занялся Уильям Торстон. А затем Ричард Гамильтон создал инструмент, который потенциально мог помочь в решении этой проблемы. Перельман играет смело. В своем доказательстве он соединяет разные области математики. Потоки речи Гамильтона, проблему геометризации Тёрстона, геометрию пространства академика Александрова.
Такую свободу ему дает уникальная широта знаний, которой всегда была сильна именно русская школа. Он прошел место, в котором застрял Гамильтон. Одно это было грандиозно. И вот что интересно, что Гамильтон сказал, что если бы он знал те теоремы, которые знал Перельман, а Перельман их знал, потому что он учился здесь, он бы тоже, наверное, лучше продвинулся. В этом институте на Фонтанке он проработал 15 лет. Маленький кабинет, окно во двор, непременная доска и мел. Здесь учился у лучших геометров страны – Александрова, Залгалера, Бурага. Здесь решал задачи, думал, спорил с руководителями, менял лаборатории, писал ненавистные отчеты вот так коротко и неохотно. Вот отчетик его. Публикаций в журналах не было. Припринта в архиве. Но в декабре 2005 года Перельман неожиданно для всех подает заявление об уходе. Ну, прямо вот здесь идет мне листочек бумажки, прямо около этого стола. Я говорю: Гриша, а вы хорошо подумали? Давайте это заявление я положу, оно будет лежать, и вы его возьмете. Мы не будем его в ход пускать. Нет, я хорошо подумал, Гриша ответил. И дальше я ему спросила: Гриша, а знает ли мама о том, что вы увольняетесь? Нет, мама не знает. А зачем ей знать? Знает сестра. По-моему, главный мотив был такой, что он не только увольняется из института, но хочет вообще оставить математику. В это трудно поверить, но Перельман настаивает. С математикой покончено. Разговор о ней он обрывает резко. Круг коллег, с которыми он еще продолжает общаться, сжимается, как шагреневая кожа. Но что это, каприз гения или отчаянный шаг усталого человека? Если поверить, что никогда не врет, то он математику бросил и никогда к ней не вернется. По крайней мере, так он сам говорит. Но при этом я не знаю, способен ли его мозг, может быть, он выжат, как губка, в пустыне Сахара, до последней капли воды. Ясно, что такого второго подвига уже, может быть, даже и не будет. И поэтому очень часто есть другие примеры. А математики просто уже ничего не делают после таких замечательных достижений, потому что, ну, сгорели внутренне. Между тем наступает новый 2006 год, год его 40-летия. И судьба готовит ему главный подарок и главный кошмар его жизни – мировое признание. Журнал Science называет доказательство теоремы Пуанкаре научным прорывом года. Британская газета Daily Telegraph ставит Перельмана на 9-е место в списке 100 ныне живущих гениев планеты. Но бомбой 2006 года становится статья в журнале New Yorker. Ее авторы, два известных журналиста Сильвия Назар и Дэвид Грубер, выносят на свет сенсацию математического закулисья. У Перельмана хотят отобрать победу, они называют имена и факты. Статья вызывает споры и иски в суд, но отмахнуться от нее нельзя. Сильвия Назар – противник серьезный. Ее перу принадлежит бестселлер «Игры разума» о лауреате Нобелевской премии по экономике Джонни Нэше, знаменитом математике, доказавшем не менее знаменитую теорему Риммана. Когда в Голливуде сняли по этой книге оскароносный фильм, Нэш стал звездой далеко за пределами Принстона. Героем этой статьи журналисты делают Перельмана, антигероями – видного китайского математика, профессора Яо Шентана и его учеников. Авторы проводят расследование и утверждают, группа профессора Яо тоже работала над гипотезой Пуанкаре и теперь пытается убедить математическое сообщество в том, что Перельман ничего не открыл, а дал еще одну версию. По мнению Яо, общий вклад в открытие выглядел так – 50% задачи решил Гамильтон. Перельман – 25%. Китайские математики – 30%. 105% на троих. Забавная арифметика. Но главное, право на первенство в окончательном решении задачи Пуанкаре Яо оставлял за собой. Перельман оскорблен. Мир математики прогнил. Из него ушла этика. Все можно купить, продать,
украсть. Он сказал, что математика становится продажной, как и все общество. Дело в том, что Перельман в каком-то смысле верил в истину, что математика и люди, сообщество, которое ею занимается, в чем-то лучше, честнее, порядочнее, чем остальной мир. И в это же время приходит новость. Международный математический союз присудил Григорию Перельману премию Джона Филдса. Но теперь даже этой заслуженной золотой медали Перельману не надо. Гриша затаил обиду не только на международное, но и на российское математическое сообщество. Потому что никто среди этих людей не попытался, с его точки зрения, восстановить справедливость в том виде, в котором ему казалось. А ведь это тот редкий вопрос, в котором Гриша, безусловно, прав. В августе 2006 года на церемонию награждения в Мадрид приезжают 3000 математиков. Надежда увидеть на ней Перельмана еще есть, ведь вручать золотую медаль согласился сам король Испании. I regret that Dr. Perelman has declined to accept the medal. Но случается скандал. Король приехал, Перельман нет. Гриша не пытается устраивать мир под себя. Он просто отсекает общение с теми кусками этого мира, которые ему не нравятся. В вопросах этики Перельман болезненно щепетилен. Он воспитан на том, что математика не просто королева наук, а самая нравственная наука. На этом стоял его учитель, академик Александров, утверждавший в конце жизни: «Меня не интересует геометрия, меня интересует нравственность». Тут много вещей. Например, критерии истинности. Для математиков все-таки вот есть очень четкие критерии, что верно, что неверно. Тоже, конечно, относительно, но тем не менее это считается очень важным. И люди не могут фальсифицировать истину, потому что тогда они уже перестают быть профессионалами. В Перельмане продолжает раскручиваться пружина внутренних обид. Он становится все более нетерпим и замкнут. Клайнер и Лотт послали Перельману одну из первых версий проверки доказательства с пометкой: «Не хотите ли вы взглянуть на нашу работу? Может быть, мы что-то упустили, может, изложение слишком сложное?» Он ответил, что не хочет читать их работу. Мы послали ему нашу книгу. Может быть, у нас не было правильного адреса, но конверт вернулся нераспечатанным. Просто очень упрямый, я бы сказал. У него всякое упрямство, какие-то идеи у него одолевают, он начинает продвигать. И это замечательное качество. Именно без него бы он не доказал свои теоремы. Да? 7 лет, так на одном фиксироваться надо быть очень упрямым. Но потом, когда он кончил это делать, его упрямство ему некуда девать, так я понимаю. Вот оно стало просто упрямством. После 4 лет работы в 2006 году группа экспертов наконец дают окончательное заключение. Доказательства теоремы геометризации верны. Их автор Григорий Перельман и никто другой. Это означает, что Перельман достоин главного приза на $1 000 000. Теперь слово за институтом Клея. С тех пор, как Альфред Нобель из-за ревности и личных обид вычеркнул математику из списка своих премий, математики будто сговорились, что считать деньги не их дело. Так, премия канадца Джона Филдса давно сравнима по престижности с Нобелевской, но ее денежная часть невелика – 15 тысяч канадских долларов. Это очень приятно, то есть это как-то вот одна безусловная польза, скажем, от Нобелевских там премий или филдских медалей, что это как-то поднимает интерес общества к науке, то есть в этом смысле это как бы хорошо. С годами награды дорожают. Несколько лет назад в Норвегии выдающимся математикам мира стали вручать премию имени Нильса Абеля, тоже почти $1 000 000. Гениальный Михаил Громов – ее лауреат. В отличие от Нобелевских премий, математики довольно плевать на это хотели. То есть, конечно, приятно, деньги получить, да. Не скажу, что это неприятно, но это никак не влияет на движение. Вы, ну, просто так удобно жить, что вы не думаете о деньгах там.
Так, если там потеряли очки, пошли и купили другие. Регулярно это с тобой происходит, так? Здесь, в уютном Кембридже под Бостоном, в институте Клея, и сейчас хранится элегантный кусок стекла, наделавший столько шума. Вот он, неполученный Перельманом, приз тысячелетия. Это формула гипотезы Пуанкаре. Математики, как и поэты, стремятся свести многие ситуации к нескольким тщательно отобранным словам. Новость о том, что Перельману должен достаться миллион, разлетается мгновенно. Случается массовое помешательство. И к такому повороту событий он оказывается не готов. Его караулят у дома, обрывают телефон. О нем сочиняют песни, стихи, анекдоты. В свет выходят сбитые наспех книжки с его биографией и фальшивые интервью. Какая разница? Нужна сенсация. Эта вакханалия небылицы слухов вокруг Перельмана не утихнет и через годы. Но тогда, за всем этим шумом, никто не обращает внимания на его редкие ответы назойливым журналистам. Мне нечего вам сказать. А ведь он абсолютно честен. Все обсуждают пустоту. Никакого официального решения самого института Клея о присуждении премии тысячелетия нет. И эта пауза затягивается еще на 4 года. Только в 2010 году здесь, в зале с окнами на Гарвард, решение о присуждении Перельману премии тысячелетия принимает специальный совет. Случайных имен в нем нет. Уильям Торстен, сформулировавший гипотезу геометризации частным случаем, который является гипотезой Пуанкаре. Стивен Смейл, доказавший несколько лет назад правоту гипотезы Пуанкаре для пятимерного пространства. Брюс Клайнер, Джон Морган и его соавтор Ганг Тян. Миша Громов, один из выдающихся геометров и великих математиков нашего времени. Итак, теперь решение есть. Но бурной радости оно у Перельмана не вызывает. За окнами весна 2010 года. И не надо быть великим математиком, чтобы подсчитать. На все споры, доказательства, скандалы и решения ушло 8 лет. Это больше, чем он доказывал свою теорему. Но от него снова ждут ответа. И на этот раз он с ответом не спешит. Я это еще не решил. Во-первых, об этом узнает институт Клея. И вот ведь что удивительно. Гриша же впервые всерьез задумался, не принять ли ему премию. Он действительно в этом году думал. Если раньше вариантов не было, было понятно, что он откажется от премии Европейского математического общества, что он откажется от медали Филса. В этом году он как никогда всерьез думал, принять премию или нет. То есть тут были хотя бы какие-то раздумья. И мама по телефону подтвердила, что Гриша думает. О чем он думал почти 100 дней, наверняка не знает никто. Но, возможно, главная причина его сомнений – Гамильтон. Мы сами, когда, так сказать, в конце концов, стали присуждать вот в нашем сообществе, мы тоже считали, что Гамильтону надо сдавать Гамильтону и Перельману вдвоем. Так, спустя 15 лет, Перельман хочет отдать долг Гамильтону за тот короткий разговор в Америке о потоках речи и гипотезе Пуанкаре. Для него это дело чести. Но Перельман четко говорит, всегда говорил, что вклад Гамильтона очень значительный, и я думаю, что без Гамильтона действительно было бы трудно пробиться в этой задаче. Гамильтон удивлен. Он не помнит той встречи. К тому же делить премию невозможно. Странно, что Перельман вдруг сам отвергает главное этическое правило математики. In all mathematical results. В математических открытиях такого уровня вы всегда используете предыдущие результаты. Но математическая социология такова, что приз достается тому, кто пересек финишную черту. Но правила соблюдены. Изменить решение совета невозможно. И 1 июля 2010 года Перельман, наконец, прерывает молчание и называет причину отказа. Главная причина – это несогласие с математическим сообществом. Мне не нравятся их решения, я считаю их несправедливыми. В июне 2010 года в Париже
проходит долгожданная церемония награждения первого лауреата премии тысячелетия. Впрочем, стоя на сцене с призом в руках, Лэндон Клей лишь констатирует, что одной загадкой в математике стало меньше. Все в этом зале знают: Перельман не приедет, приз не возьмет, денег не примет. Перельман вообще народный герой, замечательный. Народный герой. Люди говорят о чем-то, а вот все-таки есть такой человек. И не купили. Никак. Взял и не купил себе. Эта история началась почти 20 лет назад. Сегодня Перельману за 40. У него совсем другая жизнь. Никто не знает, чем он живет и на что живет. Сторонними наблюдателями его жизни стали даже те, кто когда-то сыграл в ней огромную роль. Они знают, что Гришу не переделать. Больше всех Гриша, безусловно, обеднил собственную маму. Любовь Львовна – пожилая женщина, она это заслужила, вырастив замечательных детей и в не самые легкие годы в жизни нашего общества. Перельману сейчас очень тяжело. Перельману сейчас безумно тяжело, и в этих условиях он живет последние несколько лет. Я вообще удивляюсь, не живет ли он вообще постоянно на грани нервного срыва. Он замечательный математик, он никого не учит, ни с кем не взаимодействует. То есть это пропадает, его талант, в некотором смысле, часть его впустую. На него было потрачено огромная энергия, он не с нуля возник, его люди учили, он с этими людьми взаимодействовал. А сейчас он шел и не отдает то, что он получил, это нехорошо. Это неэтичное поведение. Он выбрал свободу для себя, разрушив тем самым жизнь близких, дружбу, карьеру. Что оставил в своей жизни неизменным? Только музыку. Последние разговоры у меня были с ним исключительно о Мариинском театре, классической музыке и прочих вещах, которые Гришу интересуют. Миллиона Перельмана больше нет, он аннулирован. А ему наплевать, миллион это был или рут мелочи. Не в миллионе дело. Он живет в мире, где загадки вселенной разгадывают не ради денег, но и обиды выше миллиона. И взять эти деньги значило предать свои принципы. Непонятно. Пусть. Он решил задачу, которую понимают несколько человек на планете. Смешно думать, что его волнует наше мнение. Сегодня о математике Григория Перельмана говорят в прошедшем времени. Когда он был в геометрии, вот именно в геометрии, он был самым сильным геометром в мире, когда он функционировал. Он на порядок сильнее всех остальных геометров. Но что скажет его имя будущим поколениям? Тогда он был самым сильным в своем поколении, а так он стал, так сказать, великим математиком 20 века. Так что он пришел в другую категорию.